Посмотри сюда. Мощнейший хавчик здесь ждет тебя, братан. Где ты? Кто-нибудь по-братски позовите Джигу. Джига, где ты? Джига! Джига! Так, может быть... Нет, тут я не найду. Салют, салам алейкум. Сегодня на студии ожидается жара. Меня спрашивают, зачем мне джиган? Как понять, зачем мне джиган? А с кем мы будем хавчик? С кем мы хавчик? С кем хавчик мы будем делать, если не с джиганом? А? Салют. Вот. Вот это я понимаю. А, курицу нам присылают, я смотрю. Баклажаны нам присылают. Окорочка присылают. Пацаны, девчата, накидайте нам максимальное количество хавчика в комментариях. Во. Вижу. Нет, тут зачем-то пловца, зачем? Зачем пловца отправили? Джига. Джига, мой хороший, я уже на студии, я уже в прямом эфире. Джига, где ты? Где ты, Джига? А, я понял, пловца мне прислали, потому что Джига плывет, все верно. Джига, мой хороший, плыви. Плыви, братишка, в мою сторону. Как настроение у вас, ребята? Как у вас настроение? Вы уверены, что вы готовы к офигенному хавчику сегодня? Потому что сегодня будет мясная премьера, вообще просто мощнейшая премьера трека. Во-во-во, пошел хавчик, полетел хавчик в комментариях, я вижу бургеры. О, Джига, я тебя нашел. Ну-ка. Ай, да. Джига! Джига, ты что там в темноте, как Фантомас, притаился? Где ты, Джига? Я еду. Уже... Связь пропадает. Джига, прием, Джига. Да. Ну что? Будь здоров. Да не, я не чихал. Джига, смотри, нам тут все хавчик присылают. Посмотрите, они... сколько хавчика в комментариях. Слушай, ну реально, вы готовы сегодня к премьере? Друзья, сегодня премьера, наконец-то, охуенного трека, между прочим, который называется «Охуенный хавчик». И я подъезжаю к студии, друзья, буквально несколько минут, и я зайду к вам и к тебе, Тимур, в студию. Сегодня мы ломаем интернет. Сегодня мы это делаем. Джига, как ты думаешь, они готовы или нет? Спроси у них, они готовы к хавчику или нет? Я даже не знаю. Но я готов, точно. Я готов раскачивать под этот трек в своей тачке каждый день. И кушать, и завтракать, и обедать, и ужинать под этот трек. Джига, все готово. Все ждет. Все ждет тебя. Смотри, а замечательная какая коробка вот сбоку. Смотри, вот там леденцы, видишь? Ты не обратил внимания? Тут, кстати, для всех тех, кто не в курсе, QR-код. Значит, скачав, просканировав этот QR-код, песня Барри Уайта. Та самая культовая песня, под которую Джига сбрил брови. Ну, брови вернулись, видишь как. Все? Но я скрасил карантин людям. Джига, ну-ка покажи брови, ну-ка, люди не верят, покажи. Ай, красота. Давай. Красота. Ну ты готов увидеть Джигу? Ты увидеть Джигу готов? Я готов увидеть Джигу, а вы готовы увидеть Джигу? Живого? Как туда проехать, я только не знаю. Подождите, сейчас. Давай, блядь, нажми газ, блядь, или едешь. Так.
я вам скажу, что действительно получилось очень круто. И сегодня, наконец-то, вы услышите этот трек, а клип просто... отрыв башки. Но они еще не в курсе. Они еще не в курсе. Нам кое-кого не хватает. А где? 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 Да. Вот мне пишут, пишут в комментариях, где Даня Милохин? Даня танцует ТикТок. Даня, где ты, Даня? Даня, где ты? Мы не видим тебя. Ну-ка, выходи-ка к нам. Мы пока ждем Даню. Главное не пропустить. Ну что? Можно сделать легкий анбоксинг пока. Пока мы ждем Даню. Что находится внутри набора вот этого замечательного? Доставай. Так. Ну, здесь, во-первых, картошка и куриные крылышки одновременно. Нормально. Петушиные крылышки. Сырные шарики. Сырные шарики. Вот. Покажите трек. И... Ну, естественно, естественно, бургер. Грибной бурчик на тебе попался. Хоп. Хоп. Перчатки. Трека. Дело такое. О. О. Вот он. Ай, хорошо. Джига, расскажи, как ты вообще? Расскажи, как. Слушайте, ну, наконец-то, друзья, всех поздравляю с отменом самоизоляции. И, наконец-то, мы почаще будем сейчас... Наконец-то москвичи выскочили на улицу. Все битком, весь город битком. Я не знаю, хорошо это или плохо, но гулять хочется. Все, что не делается, все к лучшему. Да, видите, Джига полысел, я немножко зарос. Но зато у меня брови отросли. Так что сорян. Сорян, Вась. А где Даня? А где Даня? Я пытаюсь просто тоже... Позовите Даню Милохина. А где Даня? Говорит, вот это появление. Тут что только они пишут. Взорвем пиццу. Присылайте хавчик. Больше хавчика в ленту. Вот мы смотрим. Так. Хватит есть. Тимати даже не здоровается с подписчиками. Подписчиками. Но я не хочу называть вас подписчиками, потому что какая-то есть дурная ассоциация, если разобрать слово подписчиками. Дорогие друзья, добрый вечер. Добрый вечер. Мне тут пишут, что у меня красные глаза, и что я убитый, и так далее. Дорогие друзья, если бы вы не спали двое суток, как не спал я, вот у меня синяки под глазами, у вас бы тоже, наверное, были красные глаза. Мы за здоровый образ жизни. Да, Джига? Вот он, идеальный образец. Идеальный образец. Да, ушел. Все верно. Даня. Ну вот у нас встала лента полностью. Завалилась лента. Очень много комментариев пишут. Мы ждем Даню. Что там с треком? Даня, ты где? Вот-вот. Все задаются вопросом. Где Даня? А мы можем... мы же хотим Даню, да? Конечно. Друзья, я вам сегодня хочу напомнить, что в ближайшем... Когда клип выходит? Ты знаешь точно? Когда выходит клип? Ох! Паша Худяков! Худи-худи! Прием! Где Даня? Я не вижу Даню. Вот тут другой Даня пишет, я здесь, но это не тот Даня. У нас вообще встала лента. Кто такой? СТ. Давай СТ возьмем. Так, пока мы ждем Даню, вот он. Опа. Опачки. Опачки. Нормально вот так. Мужчина, мы не оторвали тебя ни от какого жизненно важного процесса. У меня вот. Ну вообще по красоте. Сапчик. Отец. Угадай, где я? Я дома. Угадай, с кем я? С ребенком. Я на хате, у меня все в норме. Я варю контент. Как повар. Отцы, когда клип? Ну ты готов? Ну если ты готов, мы дропнем его завтра в полдень.
Я готов, я просто весь в ожидании уже. О, мне, видите, мне профессионально, мне сразу свет поставили, все. Ты сразу стал гораздо красивее, я вижу, прямо вообще максимум, максимум. А что, приезжай к нам тоже. Мне еще купать, кормить грудью. Сань, был рад видеть, мы продолжаем, мы ждем Даню Милохина, сейчас как дропнем, сейчас как дропнем. Ты слушай, не переключайся. Обнял, поднял и заплакал. Давай. Вот, Даня Милохин. Так, а как мы найдем? Еще не готов. Вон, Худя. Худя, как клип не готов? Ну ты че? Не-не-не, так нельзя, так с ними нельзя. Паш, ты че? Так. Мы не видим Даню. Даня, напиши что-нибудь, Данечка. Напиши нам, вот как это посмотреть, вот это вот. Подожди, а тут... Нет, так ты не найдешь. Подожди, оп, вот. Ах ты какой. Нет запроса. А, подожди. Нету запроса от Дани. Выходи. Даня гасится от нас, Даня. Даня, ну мы сейчас... Опыт мы кого-то нет. Вот это мы не хотим. Мы чуть рандомно людей сейчас не стали добавлять в эфир. Хотя мысль здравая. Да. Сейчас, если Даня не появится, мы кого-нибудь еще подключим рандомно. Ну давай, да, попробуем, пока Даня ищет нас. Или мы его. Даня, напиши нам комментарий. Даня, мы ищем тебя. Я здесь. Еще раз давай, Даня. Блин, лента просто раз... Говорит, я за Дань. Тут люди уже подписываются. Даня, пиши без остановки. Бомби нам коммент. Мы должны тебя увидеть. Где ты? Братишка, где ты? Вот она, молодежь, видишь? Да. Так. Что-то не вижу. Да нету Дани. Я думаю. Где? А я чуть не вижу. А где? Подождите, мне говорят, Даня пишет, а мы даже не видим. Ну вообще, короче. Жига, по-братски найди его. По-братски, я пытаюсь. Даня, пиши без остановки, просто спам. Не, ну если вы не хотите трек услышать, то как бы, ну, базара нет. Мы его сами послушаем. Даня покинул чат. Сочный, мощный. Ку-ку, ёпты. Так. Короче, Даня. Мы вообще не видим комментарии, прикинь. Что? Мы не видим. Может, они идут с опозданием? Даня, где бы ты ни был, Даня, где бы ты ни был, приди. Бросай всю хурму, мы здесь на студии, мы готовы дропнуть трек, Даня. Тут уже... Ну, слушай, давай, народ, блин, на самом деле, можем два раза дропнуть. Не-не, мы ждем Даню, когда же Даня появится у нас в эфире. А мы можем написать ему запрос, интересно? По идее, нет. Классная новость, братан. Даня, ты смотри, с нами не балуй. Да что ж такое? Не, я вижу, нам много еды присылают. Пацаны, спасибо. Мы, конечно, похожи, наверное, на голодных. Шлите больше нам еды. О, говорит, я Даня. Отправлен запрос. Ну где же ты? Где же ты, Даня? Когда ты так нужен, где ты? А его могли блокнуть. За спам. Вот он сверху пишет, ну где? Даня. Где же он? Где же ты, где же встреча на Манежной? Ну, мы бомжи, ну, что делать? Тут что поделаешь? Зато хавчик. Ребят, вам приятного аппетита. Я не знаю,
Может, кто сейчас ест? Мы готовимся дропнуть трек. Сейчас Дань, ты можешь к нам приехать срочно? Его блокнули. Его блокнули. Спам. Да? Угу. Даня, ты улетел в спам. Если ты... Ты знаешь, где студия находится. Мы ждем тебя. Врывайся сюда к нам быстрее. Гуляйте трек. Дань, если ты рядом, прям залетай к нам. Залетай к нам на студию. Но... Ребят, реально вкусная курица. Ну что? Реально вкусная курица, как бы. Я говорю, вкусная курица. Реально вкусная курица. Джига приехал, и курица сразу стала вкуснее. Друзья, мы скоро дропнем трек «Хавчик». И сегодня на всех цифровых площадках этот трек вы увидите, услышите, узнаете. Петушки! Я думаю, честно, надо... Если у вас есть терпение, надо дождаться Даню, потому что то, что мы сегодня дропнем, это не просто жара, это супер жара. Это не фаталити, это бруталити, это... Ух! Мощный! Мощнейший, сочнейший такой прямо трек, он из недров сознания Джигана без бровей. Он вот. из самых недр. Это органик продукт, который мы довели до ума, сделали. Это алмаз, который мы обработали. Ребят, вот послушайте внимательно. Это органический продукт, который прошел через Джигана, пропитался и вышел, собственно говоря, в такие вот крылатые фразы. Их же очень много. Там есть ананас, есть сорян Вась, есть офигенный хавчик. Ну, я... Пообещал, что ругаться не буду. Я буду. Охуенный хавчик. Да. Что у нас еще есть? Петушки, естественно, петушки. Ну, это же вообще бомба. Ребят, чтобы такое написать, ну, нужно много в жизни пережить. Это надо пропустить через себя. Этим надо пропитаться, чтобы выдать такое. Это вам не хухры-мухры. Так, кто это? Что-то столько... Воу-воу-воу. Ну что, дроп? Аблай, салют, Аблай. Казахстан. Салам алейкум. Ребят, напишите в комментариях, вы готовы к этому дропу? Вы готовы качнуть с нами как последний раз? Напишите, вы готовы? Готовы ли вы? Миша, все хуйня, давай по новой. А как тут? Подожди. Может... В запросах? Отправить. В запросах я смотрел. Еще раз попробую. Давай. Нет. А мы можем как-то отправить, блядь? Как же... Тут два деда. Ну, короче, два деда и вообще не шарит. Вообще не шарит за Инстаграм, вообще не шарит за прямые эфиры. Хотя, казалось бы, Джига-то король прямых эфиров. Джига. Ну ты же король прямых эфиров, ты должен шарить. Блин, это не то. Джига, ты что-то, да. Это сейчас мы можем уйти не в ту сторону, так? Нет. Давай, Джига. Петушки, баные вы все. Джига, ты знаешь, тебе реально вот, понимаешь, что тебе нужно было делать? Это рил. Ну посмотри. Ну чем не красавец, а? Даня, ты где? Даня, мы ждем тебя, Даня. Данечка. Хватит, по-братски, да. Все. Так. В какой программе мы пишем музыку? Мы в Лоджике работаем, да? Слушай, это как это... А, вот так без обработки. Протузы. Мы протузы сегодня работаем. Мы протузы. Трек готов. Я даже не знаю, запускать, не запускать. Я не знаю, дождемся мы, Даня, не дождемся.
Да нет, серьезно, серьезно, серьезно. Это лучше, чтобы... Вы читали мои... Всем привет, ребят. Давай, говори, говори. Они, короче, читали мои комменты. Вот его мы ждали, вы все ждали. Давайте когда-нибудь поставим мой телефон или не будем, завершите. А ты в эфире? Да. А как там подключиться? Смотри. Нет твоих комментов. Смотри, сейчас встретишься. Такое вот максимальное приближение. Да, да, да. Но тебя не было там. Хочешь, отправь, посмотри сам. Давай еще раз. Смотри. Смотри. Да, это я был, давай, не если. Да. Ну, смотри. Ждем, 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 просто там они запоздало идут. Ну, я не знаю, я делал, меня два раза, короче, блокали. Нет, что... Не, подожди, подожди, сейчас все будет. Оно не сразу появляется. Ждем. Ждем. Ну, я же не может быть такого, ребят, что... Ребят, кто вообще не в курсе, что происходит, это Даня Милохин. Курсе, вообще, вообще четкий тип. Вообще четкий тип. Ты подписался на ТикТок срочно, если ты четкий тип, чтобы знать, что происходит. Кто знает трек? Варю как повар. Видишь, вообще нет у тебя. Нет у тебя. Ну да. Ну, ты, типа, такой, да, да нет, ждем, ждем, ждем. Это потому что там петушки. Так, я что думаю? Я думаю, что самое время дропнуть трек. Вопрос, почему мне на картинке нет? Самое время дропнуть трек. Кэс, да. А ну-ка заведи шарманку. А ну-ка заведи на шарманку. Как тебя зовут? Ты в прямом эфире. Фильм словно Netflix прямо на квартире. Пофиг сколько денег, пофиг сколько тачек. Главное, что был дома охуенный хавчик. Как тебя зовут? Ты в прямом эфире. Фильм словно Netflix прямо на квартире. Пофиг сколько денег, пофиг сколько тачек. Главное, что был дома. Когда не за меня, я не хлопну бургер-бургер, хлопну меня. Это что за бригда, когда это жирный лед тонкий. Я не трогал крик, просто крик на удаленке. Я заморочился не слабо, я поджег руку, чтоб не дать Ксюше клаба. И пускай кто-то скажет, что блондинка не в соку. В интернете есть видос, где я пилю доску. Иду один по коридору, я немного нюша, я скучаю по Егору. Ведь, конечно, он красавчик, но мне варит контент-повар, охуенный хатчик. Даня, самый свежий повар, я задал тренд. Если ты не понял, это мой контент, это мой контент. Я бы вывез это сам, но я стрел пусть не готов отсыпать хайпа старикам. Я не хам, нет. Нет, ты не в каждый тур просмотр, да я намал. Не, набираю обороты. Да я слишком молодой, мое имя Хайбис. Я на YouTube что-то залетаю в плейлист. Я читаю рэп, а ты не читай ни лекции. Охуенный хавчик Даня добавляет крест. Как тебя зовут? Ты в прямом эфире. Фильм словно Netflix прямо на квартире. Пофиг сколько денег, пофиг сколько тачек. Главное, что был дома охуенный хавчик. Как тебя зовут? Ты в прямом эфире. Фильм словно Netflix прямо на квартире. Пофиг сколько денег, пофиг сколько тачек. Главное, что был дома охуенный хавчик. Я разминаю массажером мускулы. Прибрал снег и пива немного пустого. Тот охуенный хавчик, что я приготовил. Вернул меня в чарты и вернул брови. На первом месте семья. Как бы вы пережили карантин, если бы не я. Угадать, я сошел с ума или это пробу. Мой сериал даже Дрейк пали дома, пали бомбу. Номер один жига, Майами, Саус Бич, высшая лига. У петушков бандит, жизнь не далась. Ты думал, я не вернусь, царян Вась. Мы любим музыку, ананас. В моем бокале только фреш, ананас. Было время похудеть, было подкачаться. Я снова здесь, настало время правильно питаться. Как тебя зовут, а не знаю, парень. Я захожу в дом, весь у вас плетей. Пофиг сколько денег, пофиг сколько тачек. Главное, что был, что охуенный хавчик. Как тебя зовут, а не знаю, парень. Я захожу в дом, весь у вас плетей. Пофиг сколько денег, пофиг сколько тачек. Главное, что был, что охуенный хавчик. Ну что, как вам?
даже оторвало этот самый, как его, держатель. Конечно, конечно. Ну что, как вам? Огнище, огонь, пожар. Дорогие друзья, я смотрю на часы, 22:45, ровно в 12 ночи, это получается через час 15. Трек открывается на всех, на всех, на всех, на всех площадках. Это и Google Play, это и iTunes, это и Apple Music. Все заходим, все заходим и стримим. И стримим эту жару, и распространяем, и присылаем друзьям. И, друзья, напоминаю, что буквально вот 11-го, 12-го. Джига, завтра. Ты уверен? Джига завтра. Паша Худяков, ты же нас смотришь. Ты же нас смотришь. Я к тебе гаитян отправлю. Если клипа не будет. Паша,